Исайя 54, 17. Ни одно орудие, сделанное против тебя. Коронавирус – это орудие, сделанное против тебя. Mm-hmm. Вообще, любая болезнь, любая атака, она сделана против тебя. Библия mm-hmm. говорит, не будет успешно. Амен. Ни одно орудие. Вы знаете, где-то недели три я был в Уфе на конференции. Назад. Да, три недели назад где-то я был в Уфе на конференции, и там мы проповедовали буквально. Я проповедовал почти там три дня подряд. И там пришел один парень, и он был, ну, он даже говорить не мог. Mm. У него одна нога была короче намного. Mm. У него был инсульт через... Он занимался наркотиками, и потом у него ударил инсульт, и его парализовало одну сторону. Ой-ой-ой. И он ходил на костылях, и очень такой тяжелый был. И я проповедовал, я активный проповедник, и схватил его, молился, говорил, сила Божья, от темени головы до подошвы пят. И первый день вообще ничего не было, он даже ну, не мог. На второй день, я смотрю, он что-то начал губами шевелить. Я опять взял его, возлагал на него руки. Провозглашал, тащил, говорил, молился за его ноги, чтобы они выпрямились и все остальное. И знаешь что, и на третий день он пришел, и он показывает, он начал говорить. Вау, он слава не Богу. Сразу, но по чуть-чуть стал говорить. И это утром было. Вечером он уже, мы давали микрофон, он начал повторять и говорить. До этого он не мог говорить. Вау. И ночью у него... А нога начала расти. Аллилуйя. И он говорит, просто чувствовал, как мясо стало нарастать. Эта нога была сухая, парализованная сухая. Mm. То есть сила Божья вошла и начала работать. Слава Понимаешь, Богу. Я верю также, что касается тебя, что когда ты слышишь, это сила Божья, она проходит и работает. И всегда, 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 когда Дух Божий работает, Аллилуйя. Это дает результат. И знаете, и сегодня мы хотели, я очень хотел дать вам вот тут дать места из Библии о том, которое, что говорит об исцелении. Mm-hmm. Потому что мы должны знать, какой Бог. Многие люди, они не знают. Аллилуйя. Есть многие пастора, с которыми просто, ну, я не знаю, как вообще... Ну, разговаривают с ними, но они верят, что Бог может дать болезнь. Mm. Понимаешь, Бог, Он не дает болезнь. Да. Почему? Во-первых, потому что у Него нет. Да. Во-вторых, что мы посажены на небесах. Аминь. Аминь. Что, аллилуйя. Мы не только посажены на небесах, но мы во Христе. Mm-hmm. И вот эта вся идея Царства Божьего, она отрицает болезнь, она отрицает микробы, она отрицает бациллы. Ты скажешь, почему? Ну, потому что у него этого нет. Да. Потому что он принес нам благо. И мы, если мы посмотрим, смотрите, Исаия, он на кресте, Библия говорит, он страдал. За что? Он страдал за грех и следующее. Он, все болезни были выброшены на него. Все, какие только есть. Угу. И в том числе твоя болезнь. Самое важное, то, что должен знать, что твоя болезнь, она была брошена на него. Зачем? Аллилуйя. Он понес. Иоанна говорит, второе, Иоанна, послание Иоанна, посмотри быстро, Бенник. А я хочу прочитать Исаия, 53 глава, 3 стих. Он был презрен, умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. А мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы не во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Матфея 8, 16, 17. Быстренько. Даже настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. 1 Петра 2:24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Аминь. Галатам 3:13. Христос искупил нас от проклятия закона, чтобы что? Чтобы благословение Авраамова принадлежало теперь и язычникам. Аминь. Если раньше вы были язычниками, то теперь через Иисуса Христа вы дети Божьи. Римлян 8.2. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Аллилуйя. Исход 15.26.
Кто? Исход 15:26. Ибо я Господь целитель ваш. Да. Отпущу от вас болезни. Господь целитель. Спасибо, ребята. Аллилуйя. Я ожидаю. Псалом 90, Исаия 55:11, Псалом 106:20. И он послал слово свое, исцелил их. Они да. избавили их от могилы. Да. Матфея 7:11, пожалуйста. Матфея 7:11. Не спите на работе, ребята. Матфея 7:11. Матфея 7:11. Если вы, будучи злы, умеете даяние доброе давать детям вашим, тем более ваш Небесный Отец даст благо просящему Его. Аминь. Иаков 1:17. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Святого, у которого нет изменения и ни тени перемен. Аминь. Да. Матфея 8:23. И Римлян 10:17. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь очистить меня. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился. Римлян 10:17. Сейчас. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Аллилуйя. Теперь смотрите, Деяние 10:38. Смотрите, вот эти все места, они говорят... Все вот эти места, они говорят об исцелении. Они говорят о том, что Бог добрый. Да. Они говорят, что Он хочет исцелять. Понимаешь, вся его система, она показывает. Почему я тебе говорю, чтобы ты 100% знал? Потому что многие люди думают, а вдруг Бог не хочет меня исцелить? Вот все хотят, а меня нет. Да. Знаете, если только есть одна такая идея, я помню, что мы об этом изучали, что Бог все хочет, а меня нет, то это обязательно ты, которого не хочет исцелить. Да. Это дьявол, который принесет и скажет. Но Бог, Он хочет тебя исцелить. Да. Ты знаешь, есть такая католическая доктрина. Я каким-то образом начал исцелять. Она такая удобная доктрина. Знаешь, какая? Что церковь это прообраз, Лазаря, который лежал в струпях, был нищий. То есть церковь это такая нищая, больная. Только когда мы пойдем на небе, там будет все хорошо. Там будет классно. А вот сейчас это не удел церкви. Но слушай, это ложь прямо. Это ложь, да. Из ада. Аминь. Да. Аминь. Значит, вот это Лютера, доктрина Лютера, протестантская доктрина, она знаешь, о чем учит? Она учит, что если мы подойдем к Слову Божию, если мы возьмем и будем изучать его, то Бог, Он поднимет нас, аллилуйя, куда? На высоты земли. Аллилуйя. То Бог, Он исцелит, Он отвратит от нас болезни. Там написано, отвращет тебя болезни. То есть, другими словами, понимаешь, есть освобождение, как брат Сергей говорил, что вот это манифест Иисуса Христа, это исцелить, освободить, убрать все долги, освободить. Аллилуйя. То есть это то, для чего пришел Иисус. Да. Аллилуйя. Раз Он для этого, зачем Ему обещать это все в Слове Божьем, если одного Он исцеляет, а второго нет. Да. Знаете, есть так много примеров, кто-то рассказывает, вот там какой-то пастор где-то не исцелился, кто-то умер. Поймите, везде всюду есть индивидуальные примеры. И кто-то может даже умереть от болезни. Но я хочу сказать, что Слово Божье, оно говорит, что ранами его мы исцелены. Аминь. Мы должны знать, что воля Божья. Аллилуйя. Хочешь ли ты быть здоров? Да, хочу. Да, аминь. Пойми, если ты хочешь быть здоров, то воля Божья, чтобы ты был здоров. Да. Воля Божья, чтобы ты был исцелен. Аминь. Воля Божья, чтобы ты преуспевал. Да. Посмотрите, Яна, хочу, чтобы ты здравствовал. Он и пишет, преуспевал, как преуспевает душа. Как преуспевает твоя. Душа твоя. То есть мы можем видеть во всех Евангелиях, во всем вся доктрина это то, что Иисус хочет, чтобы ты был здоров. Аллилуйя. Смотри, Иисус, Он просил все наши грехи. Аминь. Если Он просил все наши грехи, Он говорит, встань, прощай, встань, возьми постель твою и ходи. Аминь. А до этого Он сказал, прощаются те грехи. То есть точно так, как прощаются грехи, точно так и приходит исцеление в нашу жизнь. Аминь. Мы должны понимать это. Поймите, Бог, Он не тот, который берет и наказывает. Да. В одной
руке держит исцеление, понимаешь? Пряник. А в другой пряник, прокат, а в другой, кнут. А в другой, иди сюда, стой здесь, получи. Но с одной стороны, так смешно, но не очень смешно. Да, вообще поймите, не смешно, вообще не смешно. Бог не дает болезнь, ты должен знать это. Вы знаете, ну, я не думал это рассказывать, но просто другой раз, почему люди как-то не исцеляются? Потому что у Бога есть очень много. Например, написано, что если ты будешь читать Слово Божье, то слово, то это как лекарство. Да. И как ты лекарство принимаешь? Регулярно. Регулярно. Они тебе пишут. Если лекарства не работают, они усиливают какое-то лекарство. Они говорят, тебе нужно режим поменять. То есть, понимаешь, о чем это говорит? Лекарство – это Слово Божие. То есть тебе, может быть, 3 раза в день нужно читать Слово Божие. Может, тебе какие-то другое что-то… Окружить себя Словом Божьим. Окружить себя Словом Божьим. Да. Перестать слушать там анекдоты на работе и всякую ерунду, и еще что-нибудь. То есть, понимаете, очень важна работа с собой. У меня, ну, я не очень хотел это рассказывать, такое, но придется, потому что я чувствую, как Дух Святой просто ведет меня в этом. Вы знаете, у меня как-то, ну, пришел такой удар, и я был у Сергея, там было минус 60, я был в бане, и потом просто у меня начался острый приступ. Сразу минус 60. 56 на самом деле. 56 было, ну хорошо, 56. И у меня началось, у меня резко поднялся, и я застудил, и у меня простатит начался. И я даже не знал, что это, чего, все было хорошо. И потом как бы вот это длилось, и через какое-то время мы должны были, мы ехали в Америку, мы были у Нэнси Дюфрей на конференции, и там 18 собраний было, и там был Кеннет Копланд, там был Ричард Робертс, там были такие хорошие другие проповедники. И они все учили об исцелении. Понимаешь, 18 собраний. А я сижу, если кто-то знает, что такое, и я вдруг только не отвернуться, я бегу в туалет. И я подставляю свою голову, за меня молятся, и ничего не происходит. Мне как бы хуже и хуже. И потом, а я приехал прощаться с папой, потому что у моего папы, ему 90 лет, и у него начался, у него не начался, у него рак простаты, и просто они сказали, что уже все, должен отойти, и мы, с одной стороны, поехали с ним прощаться, понимаете? И я приезжаю, я после этой конференции приезжаю, проповедую папе, сам больной, папа говорит мой, сынок, может тебе таблеток дать? Он говорит, на тебе, у меня две свои таблетки. Пожалуйста, потому что, ну, я так же сказал, и потом вдруг моя сестра говорит, а ты знаешь, что у всех там Белосевичей, у них у всех там, оказывается, ну, почти все там, я даже не знал это, не интересовался, что все, наследственный рак простаты, что это заканчивали, и знаешь, это такое бум, и вот тут молиться, но я был немощный, но я молился за папу, ему 90 лет. Я помолился за папу об исцелении. Я молюсь за папу. Говорю, папа, может тебе таблеток дать? Но я молился за него. Я приезжаю домой. Только я приезжаю в Москве, и у меня все началось. Меня ждут на конференцию. Понимаешь, там в Москве конференция, должен проповедовать. А мне очень, я бегаю в туалет. Ну, я вам честно скажу, я делал памперсы и проповедовал в памперсах. Проповедник в памперсах. Я проповедовал других, люди исцелялись. Я приехал домой, у нас была конференция. Я также проповедовал в памперсах. Другие люди исцеляются, но мне было так нехорошо. И знаешь, я остался, я знаю одну вещь, что, например, как исцелиться, это просто слушать слово. Я выписал вот эти все, я читал это слово. Я начал слушать проповедников, которые говорили о слове. Я все отложил после конференции, я пришел, и я целую неделю, днями, я отложил, я люблю футбол смотреть, я футбол отложил, я все, я слушал слово, я благодарил Господа, я даже не думал. И ты знаешь, я не понял, в один момент раз, и все ушло. Слава Богу. Просто. Вообще. В одну секунду, все, я как бы нормальный. После этого я приезжал на рождественский марафон,
Ян Сергеевич тут к хорошему врачу, мы пришли в немецкую клинику, я проверился, они говорят, слушай, парень, с тобой все хорошо, слава Богу, просто все хорошо. Папа исцелился, да? И потом звонит мой папа и говорит, сынок, говорит, у меня метастазы прошли, у меня все прошло, это первый раз. Слава Богу. 90 лет он собирался умирать. Потом дальше он звонит, он прочитал там, уже будучи в Америке, он прочитал 100 раз Библию, да, больше уже, 111 раз. И смотри дальше, и потом через какое-то время он говорит, слушай, врачи проверили, мне говорят, чудо, у тебя все хорошо, все ушло. Слава Богу. Слава Богу. Вы слава можете Богу, пока таблетки не кушать, но это удивительно, все прошло. Аллилуйя. Аллилуйя. И знаешь, если смотреть на это, дьявол мог атаковать мой разум, мои мозги, потому что до этого я очень много исцелялся. Я исцелился от инсульта, у меня был инфаркт и многих других вещей. И каждый раз исцелялся. Но этот раз это было опять по-другому. Вау, и я работал с этим. Бог, понимаешь, другой раз я скажу вам, что для того, чтобы быть исцеленным, это работать. Да. Очень легко сдаться. Да. Очень легко все оставить и сказать, все, это не работает. Там проповедники помолились. Но я знаю, потому что я Библию, я проповедую другим. Я знаю, что это истина 100%. Что ранами его мы исцелились. Может быть, есть немножко другой подход, потому что поймите, одна и та же болезнь, она не лечится, если ты пройдешь к ключу одним способом. Да. Другой раз мы возлагаем руки, другой раз Дух Святой через экран приходит, другой раз ты просто читаешь Библию, третий раз ты начинаешь славить, четвертый раз ты начинаешь двигаться. Очень много всяких разных методов. Иисус даже плюнул, сделал брение, помазал и исцелил. Да. Почему? Потому что он был слепой, он уже не видел, какая мазь. А ему нужно было подручный материал. Он взял, и пока ему мазал, фарисеи смотрели и сказали, да, наверное, вообще теперь, если он не видел, то вообще теперь не увидит грязью. Там бациллы, микробы. Но слюна, слюна Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Святая, помазанная. И он исцелился. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому знаете, что я проповедую? Всем вот этим просто... Никого не слушай, не слушай, что Бог исцеляет. Бог исцеляет. Бог исцеляет всегда. И я видел. Аминь. Поймите, я кучу раз молился за людей, которые вообще не верующие. Я встречал, говорил, молился, они исцелялись. Один раз мы ехали с женой, летели в самолете и смотрим, там эпилепсию человека бросает, и там начали вытягивать ложками. Я говорю, стоп, подойдите. Они говорят, ты кто такой? А я же не сижу, что я молюсь, там весь аэропорт смотрит. Я говорю, я с ними работаю. Я взял и начал молиться. И я просто начал молиться на языках во имя Иисуса. Смотрю, раз это все ушло. Я приказал, и все нормально. И только все нормально, все так посмотрели на меня. Там врачи пришли, пока они пришли, уже все хорошо. И только один человек приходит ко мне, такой интеллигентный, и говорит, вы пастор? Я говорю, да. Он так посмотрел. А какой церкви? Я говорю, харизматическая. Я говорю, да. А говорит, а я баптист. Но суть, смотрите, почему я вам это рассказываю, суть, что Слово Божье работает везде. Аминь. И мы пришли к вере, этот человек, он просто был, ну, невменяем, но Слово Божье работает, сила Божья работает. Аллилуйя. Помазание Божье работает. И эта сила, она здесь сегодня. И вот эти все места, которые мы читали, они говорят о том, что сущность Иисуса – это исцелить. Да. Сущность Иисуса – это освободить. Так много нужды о том, что люди одержимы, есть определенность наркотиками, какими-то другими вещами, бесами, всякие другие вещи. Но я скажу тебе, что мы будем сейчас молиться. Да. И я верю, если ты веришь, что они просто будут свободны. Мы начнем. Аллилуйя. И смотри, всегда. Одно что-то очень важное, когда это. Просто давай вместе со мной скажи, та болезнь, которая называется, которая есть у тебя, но не говори «моя болезнь». Да. Я помню, тут не твоя эта болезнь. Да. Это болезнь от дьявола. Да. Твое здоровье. Да. Всегда говори, у меня здоровье. Но скажи, называй эту имя болезни и говори, во имя Иисуса. Поднимись и вернись в море. Аминь. Уйди.
Могущественное имя Иисуса Христа. Просто убирайся вон. Уходи. Аллилуйя. Говори вместе со мной. Скажи, болезнь, убери вон из моей жизни. Я просто приказываю тебе. Уходи. Убирайся. Ты не моя. Ни одно оружие сделано против меня. Не будет успешно. Убирайся. Забирай дьявола это все. Во имя Иисуса. И скажи, я исцелен. Скажи, я здоров. Я здоров. Скажи, я наполнен Духа Святого. Я наполнен верой. Я наполнен Божьей силой. Я наполнен помазанием. Во имя Иисуса. И теперь я молюсь, Отец, во имя Иисуса, я благодарю тебя, что сила Божья прямо сейчас течет туда. Аллилуйя. Во имя Иисуса. От темени головы до подошвы пят. Все эти нужды, которые они писали. Всякая болезнь. Внутренности не исцеляются. Печень, почки, камни ухода с почек. Во имя Иисуса. Сахарный диабет, я буду власть, я приказываю, сахар 4,8, прямо сейчас, халлелуйя, позвонки от темени головы, по позвоночнику, ноги, тазобедренный сустав, во имя Иисуса, все суставы становятся на место, все сухожилия выпрямляются, во имя Иисуса, радикулит уходит, аминь, халлелуйя, сила Духа Святого, глаза прямо сейчас, я приказываю, катаракта уходит во имя Иисуса. Все, что связано с бесами, с демонической одержимостью, психические заболевания во имя Иисуса, прямо сейчас оставьте эти бесы. Я приказываю тебе могущественное имя Иисуса, не в наше имя, во имя Иисуса. Убирайся! Во имя Иисуса. Уходи! Аминь! Аллилуйя! Во имя Иисуса, когда этот поток течет, я также за финансы. Есть так много нужды. Люди просят. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Господь, что ты даешь благословение. Благословение, оно печали не приносит. Аллилуйя. Твоя благодать и благословение. Оно обогащает. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Деньги приходят. Аллилуйя. Во, они приходят тем, которые слушают. Тем, которые верят. Тем, которые написали. И прямо сейчас со мной говори. Встань и скажи. Деньги приходят. Деньги приходят во имя Иисуса. Сейчас. Ко мне приходят. Аминь. Потому что если ты не идешь ко мне, они могут к соседу. Ко мне. Аминь. Аллилуйя. И я скажу тебе, что тут такое, пойми, тут радость. Почему мы шутим? Горячо опять стало чувствовать. Мы радость. Мы в радости. Аллилуйя. Потому что Евангелие – это радость. Это исцеление. Хорошая новость, слава Богу. Это папа должен был уже умереть. Мой папа, он диакон в Пятидесятнической церкви, всю жизнь был диаконом, и продолжает, ведет молитву там. Я сказал, папа, будешь считать слово, будешь вести молитву, будешь жить. Он ходит каждый раз. Аллилуйя. Здорово. Почему? Потому что это здравие для костей. Слава Божье. Аминь. Мы принимаем его. Он читает, говорит. Верит и уже прожил 90. Я думаю, что до 100 дотянет, потому что он должен еще моих внуков увидеть. Аминь. Аминь. А Бог хороший, понимаешь? И Бог не только любит моего папу и меня, Бог любит тебя. Спасибо тебе. Почему? Мы должны понять, что Иисус пришел за каждого человека. Да. Аллилуйя. Бог послал за каждого человека. Потому что каждый человек, например, у меня 8 детей. Пойми. Кажется, мне говорят, ты того больше любишь. Да не всех, если какая-то проблема у кого-то, спросите у Сергея. Если он что, только одну дочку любишь ты, или других также? Всех своих пятерых обожаю. Всех пятерых. Пойми, у меня 8, я их люблю. У меня уже две внучки и один внук. Я их люблю. Аминь. Я знаю, что у меня еще много будет. Да. И я их всех люблю. Почему? Потому что они мои. Да. Понимаешь? И откуда я люблю? Потому что Бог создал меня по своему образу и подобию. Аминь. 100%. Пойми, даже многие люди, которых ты приближен, некоторые говорят, ты должен сделать религиозные шаги, принять водное крещение, духовное крещение, тогда ты что-то можешь иметь. Да Бог просто дает сразу. Он своей любви, ты только поворачиваешься. Аминь. Да. Слава Богу. Ребята, я видел преступников, которые даже сами не знали, верующие они или неверующие, христиане или нет, но они начали получать
получали исцеление, потом приходили к Богу, потом бросали наркотики, потом бросали курить и все остальное. Аллилуйя. Но до этого получали чудеса. Да, да. Почему? Да. Потому что Бог не религиозный. Да, он да. любит, аминь, понимаешь? Аминь, аминь, слава Богу. Соломону принесли ребенка, ребеночка принесли и говорят, слушай, ну вот, и он берет, говорит, возьмите меч, дайте одну часть одной и второй. И так мама была, не-не-не-не. Говорит, отдайте лучше ей. Говорит, вот это мама. Почему? Потому что она любит. Да. Понимаете? Да. И наш папа, он любит. Да. Он любит тебя. Очень любит. И потому что он очень любит. Он хочет, чтобы ты был здоров. Да, да. Он хочет тебя исцелить. Да. Аминь. А потом, когда он тебя исцеляет, ты бросай грех. Беги от него. Начинай служить Господу. Пойми, начинай общаться с ним. Поднимай свои руки. Аллилуйя. Прославляй его. И ты увидишь, как Божье присутствие оно будет приходить. Да, да. Как слава Божья будет приходить. Она тут в студии сейчас. Я могу чувствовать его присутствие, оно начало течь. Аллилуйя. И это присутствие Божье и Дух Святой, он прямо сейчас, он течет. Аминь. Он течет через экран, он течет в твой дом. Аллилуйя. Обнови. Просто возьми, покайся, если ты делал грехи и какие-то другие вещи. Люби Господа. Аминь. Да. Обнови с ним завет, просто поговори, аллилуйя. И пожалуйста, Дух Святой, затронь каждого человека. Сегодня будет куча чудес во имя Иисуса, потому что ты любишь. Покажи им свою любовь. И его любовь, она сейчас, я могу просто чувствовать, это так ощутимо. Она течет, аллилуйя, он тебя любит. Поток исцеления, слава Богу. Аминь, он хочет дать тебе деньги. Аминь. Многие говорят, как так можно получить деньги? Да Бог, он просто дает, если ты веришь. Аминь. Но знаешь, Бог не отвечает на нужду. Бог отвечает на веру. Да. Аллилуйя. Аминь. И он любит тебя. Да. И если у тебя есть немного... А я верю, что у тебя есть, потому что ты смотришь. Да. Потому что ты пишешь. Да, слава Это Богу. Уже твоя вера. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу. Пожалуйста, пожалуйста. Сила Духа Святого прямо сейчас. Она течет. Наполни их. Во имя Иисуса. Сила Духа Святого. Во имя Иисуса. Свобода. Аллилуйя, свобода. И от всяких религиозных вещей, от всяких шор. Свобода. Твоя благодать. Во имя Иисуса. И будь благословлен. Будь наполнен силой Божьей, Духа Святого. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас.